Эй, hey, йога, и с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Devil May Cry 5. Ух, у нас следующая миссия, это 11-я причина. Сюжет. Пробудившись от сна, наполненный воспоминаниями о детстве, Данте рассказал о первой битве с Оризоном. Все шло хорошо до тех пор, пока Триш, Леди и Данте не спустились в крепость Оризена, где владыка демонов обрушил на них всю свою мощь. Нера и Вип подоспели на помощь, но впоследствии... 15 июля, 11... 02. Нера, наша последняя надежда оказался совершенно бесполезен. Все? Это вся касцена? Я тут понял, что у меня водички нету. Ви, уводи Нера! Уводи Нера, только пытаешься под ногами. А, 16 мая, 23:07, месяц назад. Это я путаюсь под ногами? Вот урод! Никуда я не пойду! Я не превращался в демона. Вот она. Сила. Неужели битва? Себе. Дьявольский меч Спарда больше не имеет значения. В моих замыслах уготовлена месть для вас обоих. Отныне ваше существование будет питать мои силы. Блаженны те, кто служит столь высокой цели. Так, ну одну мы типа спасли, а вторую? А вторую нет. Ой, таймер, забыл подрубить. Ладно, передохнули и будем. Эта работа не на... А для мужчин. Эй, постой. Я еще не все сказал. Так, отдохни пока. Кстати, похоже, за мной должок. Он что, самоуничтожается? Ты... Легендарный проклятый меч, дьявольский меч Спарда, демонический меч Спарда, который рыцарь изгнал владыка демонов Мондуса, которым рыцарь изгнал владыку демонов. Сюжет. Пробудившись это. Теперь у нас новый меч. Поехали. Так, Эбони Айвори, пара скорострельных пистолетов, просты в обращении, но наносит малый урон. Ну, в принципе, туда. Большим уроном они не похвастаются. Переключись на меч. Давайте с этим мечом побегаем, мне кажется, он покруче будет тех двоих. Похоже, я проспал. Пора как следует размяться. А можно не цеплять, пожалуйста, его? Ой,
Нахер ты его атакуешь? Не, меч все-таки тоже хиленький. Меч все-таки тоже хиленький. Так, здесь ничего не валяется. Почему ты... Включайся, блядь, сам. Ну, я просто выключаю, что мало ли там что покажут. Угу, проход наверх открыли. Готово. Так, стоять. Точно ничего не упустил? Кажется, нет. Ну да. Если сравнивать между мечом и ножками, то ножки помощнее будут. Не, смотрите, коль еще атаки. Тихо. Ну атакуй его, ну ты чё? Изи. Церквушка. Большое поселение. Опа. Не люблю я руины. Предпочитаю, что... Там снизу что-то есть. А мы туда все равно вниз пойдем. Ага. Опа. Давай, давай, все сломал. Значит, есть шанс то, что я не до конца сломаю. Где двойной прыжок? Двойной прыжок. Эта стена должна открыться. Выделим геморрой. Придется немного. Так, сейчас должна стенка обрушиться. И секретный уровень открыться. Да, полетели.
Давайте начнем. Там закончим. Несколько раз, если не получается, то все. Не, ну, на нем сложно заработать теску. Резко. Ладно, беру свои слова обратно. Бак, 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 бак. Мне ж убить его не нужно было? Нет. Как мы еще на треске бы сделали? Не то что на дно. Треске это много. Изи. Изи. Да, теперь пойти. У нас два пути. Вниз и здесь еще проход открылся. Я люблю черные экраны. А, здесь все-таки ничего не было. Еще мне показалось, что что-то открыли. Там у нас стенка все еще такая. Рихи порой. Так, я, блядь, не понял, у меня что, соплюхи? Кто-то открыл мне на уличку проход. О, что я нашел? Ну, я тебя тоже заберу. Сейчас драка, да, будет? Так, это уже третья, поэтому мне должны дать силу. Power. А, это хп. Еще думал, что зеленый-то. Что-то я потерялся немножко. Давай, глазики, глазики нужно ломать. Да, там рандомно как-то переключается между рукой и ногой. Но нога помощнее будет немного, чем руки. Так, это здесь я был. Еще сфера. Голд сфера.
Это где? Ага. Я понял. А можно узнать, почему? А да. Отхил идет. Готово. Так у меня ярость вся закончилась. О, нашел ярость. Пам-пам-пам, секретных нигде нету. Еще на выборах. Ох. Это плохо, призыватель. Некромант. Некромант. Командир орды демонов. Адский джекади. 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 Давай, 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 давай. Не-не, ты от меня не убежишь, приятель. Все. А теперь я твоих дружков убью. Готово. Потому что я убил бы их. Он снова бы их создал, поэтому нахер это нужно. Я не хочу заново убивать то же самое, что я уже убил. Так, нигде ничего не валяется. Что ж, наверх, так наверх. Похоже, это кратчайший путь. Сейчас обрушится. Ну вот, очередная головная боль. Изи. Ах ты ж ё-моё. Так, на руки переключаемся. Ой, сейчас... Фух. Я просто помню, что должен быть взрыв. Что такое? Что-то с тобой, парень, не то. Но и так как это босс, он все равно много на себя берет. Thank you.
Больно. Ладно, более-менее научился переключаться. Фиолетовые. Так, здесь ничего не забыл. Плюс энергия. Фиолетовый, фиолетовый. И плюс форма демона. У нас два варика, куда идти. Сюда. Ага, и я больше сюда уже не поднимусь. Если я сюда пойду... Ну, варианты не такие были большие, куда идти. Все равно туда, либо туда, я пришел бы в одно место. Черт. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, я получу и так два, да? Жаль, ладно. Ну сколько можно? Я только проснулся после здорового. Все. О. Плюс прокачка. Ну что, руку будем дальше прокачивать тогда. Хотя можно в способности посмотреть, что у него еще есть такого. Вернее, ладно. Пу-пум. Я это не хочу прокачивать. Так, мастер клинка мне нужен. Изучает навык боя, но это блоки. Мастер клинка, а что обманщик? Изучает навык стиля обманщик, уровень так. Флиппер, танк, понятно. Учить, да. А, ну у меня снаряжения больше никакого ж нету. Опа, а это где были корешки, да, тогда? Ух ты, они просто дадут мне пройти. Ага, когда враг... Когда враг... Входа. Да не, слушай, мне кажется, что да будет. Это тот, который был на коне. Сегодня что, Хэллоуин? Барда. А костюмчик тебе великоват. Нет, я думал, у тебя вкус получше. Ох. Может, устроим им... Так. Укоротим немножко. Электрический темный рыцарь. Кавалика Анджела. Кавальери Анджела. Ай. Ох,
Давай, 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 давай. О. Парень во вторую форму перешел. Не беда, сейчас возьмем еще. Ой-ой-ой, не, это что-то херовое было. Ты от кого убежать пытаешься? Тогда Антон у нас... Получай! Воу-воу-воу! Не-не-не-не-не! Да нет, ну ты чё? Данте! Давай разноси ему лицо. Не, а ты умный, слушай, когда я в виде демона убегаешь. Ах, зараза. Тихо, 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 тихо. Нормально, нормально, нормально. На, по лицу. Минус маска. А, и точно, там же в интро показывали вот этот новый транспорт Дант плюс это оружие. Типа пилы, поняли? Огромная такая. Ого, кажется, укоротил чуть больше, чем надо. Ты как? Бывал и получше. Данте, это демон. Даже не думай, отдыхай. Данте! Пригляди за Триш. Данте, подожди! Июня 11:40. Данте's left. Данте уехал? Да. And I don't think he can win. Я не думаю, что он может победить. What was that demon, V? Что это было за демон, Ви? Откуда он взялся? Оризал не демон. Это я точно знаю, потому что я сама из подземного мира. О боже мой. Что же ты такое? Неважно. Я решил тебе прежнего, ибо я потерял все. Я расскажу тебе историю моего рождения. Изи, вообще серия как-то очень быстро у нас получилась, 27 минут, фу, на эсточку плюс выполнили, и у нас сейчас в досе должно быть две вещи, это новый меч и мотоцикл, и скорее всего еще добавили босса, да.
О, да, кавалерия. Часть кавалерии Анжели, так, слились с мотоциклом, породив по... Так, парные клинки с рулем вместо рукоятки. Вот о чем я говорил. Так, кавалерия. Много атаки кавалерии наносят длительный урон за счет вращения колес. Так, проводите атаку одну за другой и используйте колеса, чтобы раскрыть максимальный потенциал этого оружия. Все изи, изи, изи. Осталось только прочесть. Может, как раз сейчас почти прочтем, и у нас как раз выйдет на 30 минуточек. Осталось 2 минуты. А следующий — это Ямато у нас серия. Это меч Ямато. Так, галерея. Может, еще письма подобавляли, кто знает. Сначала в библиотеку залетаем. Ничего, отчеты. Так, оружие. Данты. Дьявольский меч Спарта. Дьявольский меч Спарта не только носит имя темного рыцаря, но и испытывает зловещую, хотя и божественную силу. Говорят, он переполнен грязной магией, однако орудовал им могут лишь единицы. Я была бы рада немного поэкспериментировать над клинком, но, пожалуй, не буду. Не хочу сгореть на работе. Кавалерия. Как по мне, так это так лучшее оружие из всего. Дьявольский арсенал Данте. Вот что получился, если нанести кучу демонической брони на сломанный байк. О да. Я пару раз пыталась его перебрать, но мне так и не удалось понять, как он работает. Черт, даже Данте не может тонко объяснить, как у него получилось создать эту штуку. Поверь, я спрашивала. Ну, правда, мотоцикл, которым орудовал как мечом. А. Так, по сравнению с этим, Алая Королева — детский лепет. Так, у него еще и версия есть. Как по мне, так это лучшее оружие всего. Подожди, где ты меняешься текст? Где? Видите, вот, короче, два меча, получается. Подожди, а Спарты нету. Второго. Один, два, три, четыре, пять, шесть. У Данте еще шесть оружия будет. Ё-моё. Жестко. По героям у нас уже все открыты. Враги. Адский Джудинка. Первосвященная хора ада. Круто, правда? Эти ребята считают, что ближний бой удел прихвостней, которые они призывают для своей защиты. Сами же они атакуют издалека. Своими мечами, так, щупальцами, щупальцеподобными лапами. Они будут пытаться держать дистанцию и уклоняться от огня, поэтому тебе придется так поломать голову, чтобы обойти защиту этих скользких ублюдков и отправить их обратно. В дыру, откуда они вылезли. Ну, довольно враг легкий. Так, сколько у нас еще врагов? Один. Два. Два новых врага у нас еще ожидается. Так, кавалерия Анджела. Не знаю, что это за колдовство использовали при выращивании оригинального черного ангела, но кто-то явно не пожалел времени на его улучшение, чтобы в итоге создать эту тварь. Так, стяжные щиты встроены в обе руки, атака и защита в одной флаконе. А благодаря запертой внутри Триш, эта штука может еще и молниями кидаться. Должна сказать, конструкция мое почтение. Хотела бы я сама на нее поглядеть, но придется довольствоваться расспросами Триши Данте. Больно, да. Так, у нас остается еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 боссов у нас еще, нихера себе. Ну, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.